Ребят, всем привет! Кто смотрел вчерашний влог, продолжение вчерашней истории. Мы, значит, убрали елку, убрали верхнюю гирлянду, убрали стеллаж. Все потому, что у нас какой-то появился неприятный запах, мы не можем его найти. Ну и что вы думаете? Елка в одной комнате, гирлянда в детской, стеллаж в нашей спальне. Там нету этой вони. Вонь осталась все равно здесь. То есть тут непонятный запах. Именно вот здесь, когда входишь в зал, вот тут. Мы уже все посмотрели, мы уже перенюхали всю квартиру, мы не понимаем, что это. Остается только перемыть вот эту стену, дверь помыть и помыть полы. Мы уже и стулья смотрели, и стол смотрели. Уже, как видите, уже практически пустая квартира, как будто мы только что сюда въехали. Это, конечно, все смешно, но это очень грустно. Точно я помою вот эту дверь всю, помою. Причем с каким-нибудь раствором там мыльным, чтобы аромат был. Помою вот эту стену влажной тряпочкой, помою все полы. И мы сегодня после этого уедем к родителям на дачу, на дом. И посмотрим, останется запах или нет. Если нет, тогда я уже не знаю, что делать. Гриш, что ты готовишь? Кашу готовлю. Кашу готовь, да. Кому ты кашу готовишь? Мне, папе, себе, кому? Вкусная, наверное, каша будет. Кошка. Вкусная, наверное. Что ты хочешь, проверить? Да, проверить. Что-то Дед Мороз, может быть, принес? Да, ты сегодня не проверяла еще? Что там такое, может быть? Ого! Покажи! Это книжка «Синий трактор». Папа, ты представляешь? Дед Мороз принес. Елочка у нас пока что тусуется в зале. Какая удобная книжечка. И поиграть, и почитать. И почитать. Давай почитаем. Давай. Это автобус. Это автобус. Это дети. Дети. Еще дети. Еще дети. Тихо. Девочка и мальчик, да? Мальчик. Ребятки, у нас сегодня выходной день, семейный выходной. Мы едем к родителям на дачу, на дом. Ну, это даже не дача, наверное, зимой лучше называть это дом. Мы едем на дом, к родителям на дом. У них там горка во дворе, горка рядом с двором. Мы берем с собой Ледяночку, Гришу, Кирюха уже у нас там. Лайфхак, короче, если у вас нет шапки, идете в фикс прайс, покупаете себе повязку за 100 рублей, вот такую. И у вас есть повязка тепленькая на голову. Слушайте, она такая тепленькая, хорошие ушки закрывает. И волосы распущены, и повязочка на голове. Я решила ее оставить для улицы. Мне нравится такая аккуратненькая, хорошенькая, такая прям очень теплая. Сейчас проверим, как она будет мои ушки греть. Че, готов? Да. Скажи, куда ты едешь? К тете еду. Куда едешь? К тете еду. Кирюша, а еще кому на дачу ты едешь? М? Гриш, кому на дачу ты едешь? К дедуле, к бабуле? К бабуле. Все, это ты так собираешься, чтобы я тебя так в машину повезла? Все, Гриша готов к горке. Он нам про эту горку уже 3 дня поет песни, но у нас вот в городе мало снега, даже горок нет. А вот там за городом, в лесу, там полно снега, полно горок, температура ниже, и снег не растаял. Вот, такие дела. Ты готов? Все, поехали. Мы приехали. Смотрите, хоть днем покажу вам дом родителей желтого цвета. Вот такой яркий домик.
И там папа говорит... А, там что, не проедем? Не, сейчас почищу, потом заеду. Ну, давай. Пойдем оденем-ка. Пойдем комбез оденем и пойдешь гулять. Сейчас у нас тут папа все почистит. Так, заходим. Тихо-тихо. Тут колесни, заходи. Привет! Обстукивай, Гриш. А что ты приехал в игрушки играть? Пойдем гулять на улицу, смотри там. От кого? От Маши? От Маши. Ага, молодец. Гриш, пойдем на улицу. Мы что, приехали? Дома сидеть? Гриша! Гриша! Пойдем кататься! Гриш! На горку пойдем. Смотри, вон горка, вон ватрушка. Свежий мандарин, лимон, яблоко, киви. Что будет? А у нас кошка там. Какое красивое крылечко. Класс. Это кот. Йиху! Скажи, Маш, покатай меня! Да что, у вас горка более такая земельная. Эмма! Гриш, может, ты следишь? По-моему, он не собирается. Че, Маш, дать тебе вот эту, да? Еще! Ты ножками поднимись, а оттуда. Да, дай. Встал. Встал, место потерял. Решили побольше снежка навалить. Ты прям наверх, вон оттуда с огорода. Смотри, сколько там снега. Без перчаток очень холодно. Мама меня тут нашла. Перчатулечки какие-то чьи-то. Минус 11 градусов. Ну, дети прыгают, бегают, им, наверное, тепло, да? У Маши щеки такие, дай покажу. Щеки красные. Ау, ну-ка иди сюда. Ау, Кирюхи щеки. Чё? Маш! Чё ты классная? Чё, чё, чё? Ну, мячик. Шарик? Мячик? Где? Что? Вот он. Второй. И... Первый. Второй. С водичкой здесь залили, будет горка. Смотри, сейчас она прихватит вот это. Ты сверху потом будешь насыпать, разравнивать и еще раз. Гриша! Да мокро! Это последний слой воды. Уже даже видно горку такую. И надо будет потом время, чтобы она схватилась. Со стороны можно подумать, интересно, а что можно зимой поливать? Снег. Да. И тут будет ледяное царство. Какая красивая елочка. Такая высокая. Снежок так лежит. Где же спрятался Кирилл? Гриш, а где Кирилл-то? Кирилл убегай! Кирилл! Он там! Быстрее беги! Папа, не видим ее!
Видел, где-то здесь он бегает, прячется от тебя, да? Ох, он спрятался, а! Где Кирюш? А, вот он! Вот он! Ой! Вот он! Нету? Нету. Нету нигде. А вот он тут. Нету. Где же Кирюш? Маш, так нечестно. На улице мангал. Будет шашлычок куриный. Папа с Артемом готовят. Тут мама, там папа с Артемом, все готовят. Кто к нам приехал? О, кто к нам приехал? Привет, Вадюка! Привет! Вадим, дверь скорее закрывайте. Ксюша, быстрее заходи, дверь закрывай. Привет. Ой. Что за суматоха? Ну, заходи, Гриш, там дует. Вадим, ты где? Я тут. О, Вадь повязку снял. Вадь, все спрашивают, что у тебя за повязка была на голове? Стой, вернись. Что была у тебя за повязка на голове? Голову. Пробил голову? Да. Бедняжечка, маленький мальчик. Все хорошо, сейчас не болит, Вадь? Нет, у меня прививка болела. Привет! Пупсики, привет! Приветик. Привет, пупсик. Ты издеваешься и всем подойдешь. Тихо, тихо, спокойно. Поздравляй Тему с днем рождения, Гриш. Поздравляю. Поцелуй, воздушный поцелуй. Скажи, приезжай в гости, зови, приезжай. Скажи, приезжай, мы тебя ждем. Мы по тебе соскучились. Тортик после еды. Лена, это зачем? В туалет сходите? Зачем? Это вот это, чтобы... Надо? Ты билетики раздаешь? Ты около туалета по 5 рублей. 5 рублей туалет. Артем решил прекратить видео и да, может. Горка застыла, можно заново идти гулять. Гриша, Маша уже уходит, ты идешь гулять? Иди, обувайся. Дашь курточку Машу? Ну, бойтесь скорее гулять на горку. Вторую. Сейчас есть что с Вентой. Все готово. Бегите. Ой, тяжело мне. Шашлычки. Шашлычки у нас скоро будут. Все, готово. А? Можно сюда. Опы. Мне говоришь? Давай, я возьму. Лен, ты возьми. Давай. Садитесь, руки помыли? Голодные? Папа вам тут. Лен, на стол не надо, он горячий же, хотя бы вот в этот. Вот сюда выкладывай. Лен, вот сюда. Ее надо это. Опа! Знаете что, нужно чем-нибудь ее вот так вот сделать. Зачем как? Ну, например, мам, на. Вытащу. Пулькой. Мам, я вытащу. Сильнее нажимай на нее. Мам, я вытащу. Помыли ручки? Да. Кирюш, бери тарелочку себе, Маше, раздавай тарелочки. Ну как, папа, пожарили? Вкусный шашлычок? Ксюша, вкусный шашлычок? А у нас тут есть вкусняхи для тех, кто поест. Профитроли. И еще вот что. Нема-нема. Время активных игр. Тогда ты не играешь. Почему она не играет? Надевайся.
я не крутил. Нет, я посетил. Я! Желтый, левая, он. Левая рука. Вообще-то я! Ты! Все равно! Ой, ты! Все, поехали мы домой. Патрушкой-то маленькая еще была такая каталка. Понял, будешь садиться?